Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор термометра цифрового с новостным датчиком. Производитель данного термометра – Китай. Сам состоит данный термометр из такого материала, как пластик. Размеры 48 на 29 на 15 мм. В комплекте идет прибор, батарейки типа ААА. Применение таково: инвентарь для кремоварения, мыловарения, косметики ручной работы, эмульсии, сывороток, пищевая промышленность. Особенности таковы: точность до 1 градуса Цельсия, питание двумя батарейками, срок годности не ограничен, а хранить его лучше в сухом прохладном месте. Я покажу данный термометр поближе. У него есть батареечка. Вот идет такой датчик, если он скрученный. Вот такой датчик, который можно вставлять в мыльную основу, окунать. Также в готовый крем и в различные эмульсии, чтобы узнать, какая же температура идет данного вашего будущего изделия. Вот такой удобный, маленький. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!